О нем можно снимать фильм, говорят сотрудники Одинцовского историко-краеведческого музея. Судьба Ивана Ивановича Дубасова насыщена событиями, неслучайными случайностями и интересной деятельностью. Уроженец тогда еще поселка Одинцова Московской губернии. Он 49 лет проработал в госзнаке и стал автором большинства денежных купюр советского времени. Причем Дубасов прошел две денежные реформы 1947 и 1961 года. До этого рисовал практически все денежные знаки. Интересно, что деньги Павловской, так называемой реформы 1991 года, были сделаны по ранним эскизам Дубасова. Кроме этого, художник создал более 100 почтовых марок, в числе которых траурная марка с портретом Ленина, созданная им буквально за один день. Сыграл решающую роль в создании герба Советского Союза, стал автором многих государственных наград, карикатур для журнала «Лапоть». Новая выставка, посвященная Дубасову, демонстрирует многие оригиналы этих работ. И это наш житель. Он родился и жил в Одинцове. Он похоронен на нашей земле на Акуловском кладбище. То, что мы сейчас видим своими глазами, поражает нас, потому что это жизнь многих поколений огромного, удивительного исторического периода. Приуроченная к столетнему юбилею Советского Союза, выставка о жизни и деятельности Ивана Ивановича Дубасова передает не только культуру нашей малой родины, но и всей страны за огромный период времени. Главной изюминкой не только выставки, но и всего музея является вот этот вот сенсорный стол. Здесь вы можете уточнить любые данные о Дубасове, а также пройти интересную шуточную викторину в конце и проверить свои знания. Здесь найдется отклик у каждого, кто родился в Советском Союзе. Новая, богатая историческими событиями эпоха откроется подрастающему поколению. Подробнее о жизни и деятельности художника вы узнаете в нашей программе «Про округ». Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».